Всем привет, ребят. Сегодня я вам расскажу, что со мной происходило и куда я вообще пропал. Мы приступаем. Первая проблема, из-за чего я пропал, я долго болел одной болезнью. Ну, это не ангина, это совсем другая болезнь. Не знаю, кор или... Не знаю, это такая болезнь появилась. Из-за этого занимался на дистанте. У меня не было времени, чтобы... как бы заснять для вас ролик. И когда я болел, еще плюс, мы были на дистанте, у меня была лень. Из-за того, что мне было все... Ну, как-то не хотелось даже выпускать ролики, потому что мне было лень из-за того, что я болею. Не знаю, может, это у меня только у одного. И вторая причина из-за того, что у меня не было идей. Но все-таки появилась одна, это выпустить этот ролик. Мне рассказать поподробнее, что со мной произошло. Ну и в чем причина, как я не выпускала. Вторая причина. Это то, что у меня была проблема. И я тоже как бы не могу пускать ролики. Из-за этого. Какая проблема? А такая то, что у меня почему-то все видео показываются на авторские права. Из-за этого я поменял там везде музыку и, может быть, некоторые аудио, которые хотел сделать, уже будут совсем другими. И еще одна причина. Из-за того, что я не мог снять ролик с подписчиками, потому что меня удалили ТГ. Но, к счастью, в воскресенье я его скачал. И еще одна причина, это то, что у меня еще учеба и это еще уроки делать. Это все занимает очень много времени, и чтобы упустить ролик, мне уже надо это делать завтра. Что вот, ребят. Это был такой небольшой ролик, где я рассказал, что со мной было. Вот так вот, ребят. Советую не болеть, как мой друг из моего класса. Он занимается спортом. Ну, всем я желаю удачи. И всем пока.